Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. В сегодняшнем выпуске я хочу приготовить восточное блюдо. Называется ашлямфу. Это крахмальная лапша, такая наподобие фунчоза, только она плоская. Будем готовить на плите, варить, жарить и томить. Что нам понадобится для ашлямфы? Шампиньоны, грибы, куриное филе, но вы можете готовить и из мяса. Ашлямфа, полугорький перец, помидоры черри, из зелени кинза и свежие огурцы. Также классика специй, масло, классика соевые соусы. Давайте приступим к приготовлению. Изначально подготовим все овощи, нарежем, затем куриное филе порежем и замаринуем. Далее приступим к плите. Изначально порежем шампиньоны. Они у меня заранее промыты. Режем пополам. Перекладываем на противень. Ашлямфа также будет большая порция на большую семью. Затем порежем полугорки перец красного и зеленого цвета. Срезаем плодоножки. Нужно будет зачистить внутренность и семена. Перец зачистила, теперь нужно будет порезать перьями в длину. Достаточно. Затем два огурца режем на четверть. И также режем в длину. Теперь нужно будет порезать помидор черри и кинзу. Помидоры черри нам такое количество достаточно. Срезаем плодоножку и разрезаем пополам. Черри порезала, переложим в емкость. Следом нарежем кинзу. Срезаем грубые стебеля и шинкуем крупно. Достаточно. Можно положить сверху черри. Ну что, друзья, все овощи нарезала, подготовила. Теперь давайте куриное филе нарежем, замаринуем. У меня здесь грудка заранее зачищена. Режем на такие небольшие пласты, затем порежем соломкой. Давайте замаринуем куриное филе. Так, добавляем сахар, паприку, картофельный крахмал, соль, чеснок с маслом, масло растительное, жидкий соевый соус, для вкуса. И густой соевый соус для цвета. Хорошо перемешиваем.
Все, куриное филе замариновали, теперь дадим 5 минут отдохнуть, затем приступим к плите приготовления. Антипригарная сковорода, разогреваем, наливаем растительное масло. Выкладываем замаринованное куриное филе. Куриное филе моментально жарится. Нужно будет пожарить до полуготовности. Затем добавляем шампиньоны, полугорький перец, огурцы. Рядом же у меня кипит вода. Кипящую воду кладем аш-лямфу. Увеличиваем температуру, мешаем. Куриное филе обжарилось до полуготовности. Добавляем шампиньоны. Шампиньоны имеют свойство ужариться на 50%, они сейчас уменьшатся. Воду аш-лямфу солим. Я решила вторую пачку добавить аш-лямфу, сварить побольше. Аш-лямфа варится в течение 10 минут. Добавляем немного воды. И куриное филе вместе с грибами готовим в течение 10 минут. Куриное филе с шампиньонами готово. Добавляем перец полугоркий. Также моментом добавляем огурцы. Сразу солим, перчим. Здесь у меня молотый красно-острый перец. Немного дадим остринку. Соль. Сахар. Еще раз сахар. Чеснок с маслом. Два вида соевого соуса. Жидкий и густой. И густой немного. И буквально 2-3 минуты обжариваем на высокой температуре. 2-3 минуты прошло, уменьшаем температуру, ждем, когда аш-лямфу сварится. Далее добавляем аш-лямфу и кинзу с помидоры черри. Хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Также пробуем на вкус. Если не хватает соли, соевый соус, дополнительно добавляем. Ну и, конечно, в конце еще дополнительно я дам чеснок с маслом и воды немного. Аш-лямфу готово. Снимаем. После того, как сварили, я хочу ополоснуть аш-лямфу. Аш-лямфу ополоснула под холодной водой. Немного порежем, чтобы сильно длинная не была, чтобы удобно было есть. Все, достаточно. Теперь соединяем. Теперь нужно будет добавить немного чеснок вместе с маслом. Также немного сахара. И соли. Немного воды. Моментом добавляем кинзу с помидоры черри. Теперь перемешиваем.
дополнительно добавим соевый соус жидкий. Все, достаточно. Теперь увеличиваем температуру. И буквально 2-3 минуты нужно будет подержать на высокой температуре, чтобы ашлямфу впитал вкус. Все, друзья, ашлямфу у нас готово. Можно снимать с плиты. Ну что, я приготовила ашлямфу в восточном стиле. Я, конечно, не умею мало готовить, мне всегда так много. Вот не знаю, как себя приучить, друзья. Но есть своя хорошая сторона, когда много готовишь, на всех хватает. Так, теперь давайте выложим. Это прям полноценное горячее блюдо получилось у нас. Вы можете разделить на 2, либо на 3. Выложим все овощи, также нальем соус. Достаточно. И последний штрих. Посыпаем кунжутом. У меня здесь заранее обжаренный кунжут. Еще раз хочу повториться, друзья, вы можете готовить меньше. У меня не получается готовить маленькие порции. Я всегда так готовлю, очень щедро, много. Но если так посмотреть, здесь всего лишь по 2-3 штуки всего ингредиента, и получается у вас так изобильно, щедро. Теперь давайте посыпем зеленью. Здесь у меня зелень, укроп, петрушка нарванная заранее. Вы можете кинзой посыпать. Все, достаточно. Ну что, в сегодняшнем выпуске приготовила такое блюдо восточное, ашлямфу. Обязательно готовьте. Готовится очень легко. Заранее подготовить всю овощную заготовку, затем замариновать куриное филе, обжарить и соединить. Итог, друзья, готовим вместе со мной, сохраняем видеорецепт, пишите свои пожелания, ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, встречаемся в следующем выпуске.